Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мы сегодня отправимся в далекое приключение вместе с какой-то непонятной игрой, она мне что-то не очень нравится, но это раздача от Epic Game, я должен ее выложить как бы. Мы сегодня поиграем нападение крошечной Тимми на крепость дракона. Одноразовое приключение в страну чудес. Крушите скелетов, побеждайте драконов и сражайтесь с огромными големами. Крошечная Тинни. Вернитесь к источникам и пройдите легендарное задание 13-го года кампании. Полной фантастики, веселья и гор волшебной добычи. Системные требования. Ай-третий... 530 с частотой 2,9 ГГц. Или AMD Phenom 2X4 805 с частотой 2,5 ГГц. Памяти АЗУ 4 ГБ. Место на жестком диске 15 ГБ. NVIDIA GeForce GTX 780 3 ГБ. Или AMD Radeon 79 73 ГБ также. В игре нет русской озвучки, что меня очень-очень огорчило. Даже сабов русских нет, сабов, понимаете, субтитров, обычных субтитров, которые помогли бы поиграть в эту игру всем. So, you want to hear a story? Так, пропустим. Выберем персонажа себе. You arrive at the docks of Flame Rock Refuge. This place used to be really nice, until the handsome sorcerer messed everything up. I say we head toward the town to investigate. Да-да-да, я все понял. Я же знаю английский. Так, тут нам пушки дают какие-то. Смена оружия, переключение смены оружия при помощи кроля-мыши. Так, ну это все понятно. Это обучение. Нас обучают. Все тырим. Цвета оружия обозначаются от эпического к обычному. Обычное белым и эпическое оранжевым. Теперь у вас есть щит. Нанесенный вам урон сначала снимается со щита. Если ваш щит выйдет из строя, он перезарядится через короткое время. Ищите более сильные щиты со специальными способностями. Так, вот это щиты, да? Угу. Круто, ну я все собрал, да? Вау, вот это прыжок, прикольно. А это что такое? Добрый вечер. Вай. Позволяет быстро перемещаться на большие расстояния в Пандоре. Продолжайте исследовать, чтобы открыть для себя больше локаций. Fast travel. Так, понятно. Мы сюда можем зайти. Ой ты боже. Такой оп-оп. Малыха красивая пошла. Оп-оп-оп-оп. Ой, прошла. Оп, опять малыха красивая пошла. Угу. Так. Ну я понял, это какое-то. Вау. Хе-хе-хе.
Это прикольно. Перезарядка оружия, блин. Блин, мимо. Кажись, они меткие. Класс. Добрый день, ты что такое? Ты что такое? Это чекпоинт, наверное. Воу. Не, ну с отдачей тут что-то нахимичили, это писец. Даже в расте, наверное, легче калаш аимить. Воу. Хорош. Так. Уровень повышен. Вы только что повысили свой уровень. Повышение уровня постоянно увеличивает количество вашего здоровья и наносимого вами урона. Надеюсь, Он также сразу дает вам полное здоровье и щит. Вы заработали очки навыка. Очки навыка позволяют настраивать вашего персонажа с помощью дополнительных навыков и специализаций. Потратьте свои очки навыка сейчас, чтобы разблокировать свой навык действия обман. Нажимаем Tab. Изучаем навык. Mail Damage. А можно назад? Теперь у вас есть навык действия. Нажмите F, чтобы использовать свой навык действия. После использования вашего навыка действия он будет недоступен, пока не перезарядится. Логично. Ваш навык действия – это мощная способность, которая может преломить ход битвы. Прикольно. Идем дальше. Рассматриваем локации. Не, графончик мне нравится. Такой где-то с 2005 года. You get close to the entrance to Flame Rock Refuge, but suddenly... What the fuck is this? Surprise attack! Oh, I wanna smack it. You try to attack the dragon, but your attacks do nothing. Стрелять по нему? Привет, дракончик. Область, путевая точка. У этой миссии есть маршрутная точка области. Путевые точки области дают вам общее местоположение вашей цели. Но вы должны обыскать область, чтобы найти ее. Tina, you can't start your campaign with a boss fight. Players can't win. Touche. Okay, everybody back up. Second wind, metaphorically speaking. I wanted to kill something. Ничего не понял, но было интересно. How about a new boss? He's a skeleton. And his name is... Ух ты, это что такое? Mr. Bony Pants Guy? I am Mr. Bony Pants Guy. Ух, ё-моё. Что это за малюк? Они еще уворачиваются. Ой, какой шипзник, господи. Здрасте, что такой сильный? Медведь по... Блин, у меня патронов нет. А что это за... Чудовище, он похож на Чаки. Только скелетона. Здрасте, он еще кидается. Не, ну тут писец отдачи. Это, наверное, у меня просто не выкачано оружие. Жесть, а что это такое? У меня патронов нет. Надо было сразу так сделать.
You should go there. Go, go, go. Так, и чё, мне вот это будет... Через В, короче, буду убивать всех или чё? Они намекают на это просто. О, патроны появились. Вы типа идете на скелетона, стреляете по нему. А, это я F нажал. Это была способность только что. Ух ты, а тут что-то валяется. Ух ты. Ага, оно само не собирается, надо через Е собирать. Понимаешь, надо искать, да? Искать. Ну это ж типа RPG. RPG-шутер. Можно так назвать. В этом что пропустил? Опа, и патрончики появились. Угу. Теперь начинается немного разъясняться. Поиски. Блин, головой нельзя вертеть вправо-влево через Alt или Ctrl. Плоховатенько. А, ну радует, хоть Shift не надо постоянно держать. Shift нажали и побежали вперед. Игруха, можно позалипать? Напрягает то, что нет русской раскладки. Карта. Чтобы получить доступ к карте, нажмите букву М. На карте показано множество различных достопримечательностей, а также контрольное местоположение вашей путевой точки. Угу. Почему-то я через Tab нажал. Интересно, вот это прикол. Она через М и через Tab работает нормально. Мои путевые точки. Map exit. А, нет, я отсюда пришел, правильно? Ты еще мое. Во-во-во, полегче, слышишь? F. Ага. Я понял. Это моя тень. Все. Так, нет патронов, ничего страшного. Слышь, буковка V, которая порешает. Патрончики появились немножечко. Собирать можно? Нет, нельзя. Ага. Не, нифига, я думал бочки надо разбивать. Не, ну тут реально такая дача жесткого оружия. Но оно вам не пригодится, то что у вас не будет никогда патронов. Опачки, я соврал. Вы будете иногда находить патроны. Что это, фу? А инвентарь, что мне? Так, инвентарь. Из фу. Так. Каждая пушка со своим уроном. Двенадцать, 23, 25. Ну логично взять 25. Пистолет, наверное, я оставлю. Угу. А что я не могу выкинуть или что? Вверх, низ, Q, дроп, Q. Ага, через Q дроп. Давай повыкидываем кучу всякого дерьма.
эти щиты, пистолеты, кучу пистолетов разных. Нафиг, возьмем аптечку. В смысле фул? А, фул хп. Я понимать. О, пораскидывал. Не, ну ладно, соберем обратно. Я недопонял, у меня фул хп получается. РПГ-шутер с графикой с 2005 года. Сам он не собирает. Там еще на меня крякает. Он на следующую куколку. О, это точная куколка. Это мне нравится куколка. Так. Вот эта точка, проследуем к точке. Жесть, без прицела фиг попадешь просто. А, они слепые. Я понял, то у меня третий уровень. Ах ты ж падла. Ща. Можно приближать тут как-то, ну. Ctrl-C, PSM. Это максимум. А не, по-любому можно как-то приближать. Жесть, точность как World of Tank просто. Разброс 0.33. Здрасте. Они еще уворачиваются, это писец. Ну все, самое надежное это буква в КВ. Вот я целюсь, а не дергаю мышкой. Ага, вообще двигаться нельзя, когда стреляешь. Так. Контрольная точка. Так, это, я думаю, разбивается. Сказал, что это неприятно играется. Блин, за то, что тут нет русского, вот это все. Это game over. Я бы даже поиграл бы в такое. Фуль. Так, это РБ какой-то. Давай. И чё? Вместо пуколки. Патроны на все пушки одни и те же. Enter the town of Flame Rock Refuge. In the distance, you see the town's scouting blimps, always alert in case of battles and stuff. What you gonna do now? Stop playing this game?
Let's talk to some town folk. A grand idea. Вы открыли для себя два пункта назначения Fast Travel. Используйте быструю машину для путешествия, чтобы быстро добраться до любого места, которое вы уже обнаружили на Пандоре. You must save us from the sorcerer. Да ты шо, господи. Ага, могу поменять имя, скинчик. Для кого это буду? Имя могу поменять. Прикольно, я уже настроил свой внешний вид, а оно мне только вот это вылезло. На машине Quick вы можете настроить свой внешний вид. Вы также можете сбросить свои очки навыков. The queen hath gone missing. Maybe her bodyguard Eleanor knows where she went. Не ожидал я такой голос у нее услышать. We shall never see the sun again. Не, ну на анимации лица-то писец. Это игра не 13-го года, а где-то 2003-го. Так, идем по квестерю дальше. The bodyguard isn't here. Oh, whoops. Forgot to put her piece on the board. Blam! Girl looks like she got a problem. What the fuck? Problems. I talked to her. In character. Oh my. Oh my god. You look troubled, ma'am. Tell me how I may help you. I long for a quest. The queen is missing. She went into the forest to bring the light back to the world. So where'd she go? She said something about using the tree of life to undo the curse. That must be where she's going. And so your purpose became clear. You gotta go to the forest and help the queen. Так, это походу задание, я так понял. Не магазинчики. Но если я ничего не могу позволить, то что у меня нет денег. Я могу продавать то, что собираю. Интересно. Это мои... Опа, я могу продавать то, что собираю. Вот это уровень. Попасть. Продал. Блин, и одето я даже продал. О, 400 баксов. 12 баксов. Хилки, понял, энергощиты. Так, амуниция. Максималочку закупились. О, граната. Так, и снайпу еще какую-то надо купить. Модификация гранат может кардинально изменить поведение ваших гранат. Следите за новыми модификациями гранат, которые наделяют ваши гранаты различными способностями или атрибутами. Так. Каждый раз новые пушки будут или чё? Я вроде снайпу видел. Теперь вижу. Так, тут тоже какие-то магазинчики есть. Здесь, чтобы кинуть гранату. Ужас, страшно. Как оно медленно все происходит, вот эти анимации. Наверное, посмотрим город и на этом мы закончим. Опа, здравствуйте. Потерялся, бедняга. Ч
Ничего себе. А что это у него? Режим берсерк какой-то, блин. Ага, всем пофиг, тут скелеты какие-то нападают. Да жесть, тут отдача, это писец, она жесткая вообще. Это жестко, просто жестко. Вообще неуправляемые пушки. Так, хилсы у меня заканчиваются. Энергощит. Жесть, а у них... А им мама дорогая. Она манцевать, просто манцевать надо, чтобы они по тебе не попадали. Так, можно я выйду? Yes, the queen went into the forest. It's too dangerous to go alone. I shall accompany you. Just one second, and... Whoop, time out. I gotta take this. Опа, сломо полетело. Mr. Tor! Tina! Put me in the game! Okay, the gatekeeper is now Mr. Tor. Woo! Fail! I need to see you! Wow! So I'm a gatekeeper, huh? In that case, you gotta prove your bad attitude. Жесть, Рому себе выкачал. First task, blow up the village's scouting blimps with the fire weapon. Because reasons! Что? My back muscles are so ripped, you don't even know! У меня патроны закончились. А, я тут же могу собирать по всему городу их. До свидания мне не до вас. Ух, побежал как жестко. Я так и думал. Хотел видео тебе снять, как он умеет, но получилось просто эпически. Closet for you. Так. We just destroyed the village's only way to see approaching threats. We had no reason to do that. Fantasy! All right, badass task two. Go to the town tavern. Ха.
Класс. О май. Hey, adventurer. It's closing time, but these idiots can't take a hint. Could you throw them out for me? Don't be afraid to get rough. Moxie, I'm surprised you're not bright orange because that body is legendary. Sign off time, April. You call me wench, I shoot you in the kneecap. Man, you adventurers are like school in summer. No class. Здесь они как базарят, как будто с... где-то с 90-х. А что мне сделать нужно? Мне нужно получить какие-то патроны. Вот это они, наверное. Я ничего не понимаю. Так, это наш сейф, да? Ой, я могу по нему прыгать. Жесть. Вот это уровень. Трешак, просто трешак. Я его убью. А, я просто мог его убить. Ай, короче, понятно. Лейте гранату. Макси, I'm surprised you're not bright orange because that body is legendary. That's what she said. Парни, аж воспылали от детки. Вау, какая цыпа. Элли gets to be the cool swordmaster, and I'm a tavern owner. Есть какие-то, блин, цели там где-то понять, что мне нужно. Добрый день, да. Да, о. Тут фиг что разбери, просто застрял, вот и не знаю, что мне делать, мне надо получить. Да, как эта игра на английском языке, будет очень тяжело разобраться в ней, если вы не знаете, конечно же, английского. Но хочет, чтобы мы сыграли с ней в какую-то игру, но она не хочет ничего для этого делать. Так, ладно, с вами был Розе, всем до новых встреч.